У русских детей должны быть все такие же точно шансы на выздоровление, на жизнь, как у детей здесь, например. Во многом то, что я нахожусь здесь перед вами, это заслуга фонда. Одна из миссий, которую он выполняет сейчас, этот вечер, это связь русской диаспоры с культурной жизнью, с культурными институтами Лондона. Искусство создано для того, чтобы дарить людям счастье, радость и прекрасные эмоции. Особенно, когда ты еще можешь помочь детям своим искусством. Мне кажется, это вообще самое, ну, для меня самое настоящее и правильное. Я думал о музыке прежде всего. Она помогла мне преодолеть эту болезнь. Any life that's improved or saved is important. Every life. Как судьба сложилась, что я принимаю участие в таком хорошем деле и имею дело с такими замечательными людьми, как Шупан или вот Люба. Это очень непросто, но мы стараемся делать это каждый год лучше и лучше. Судя по отзывам, гостям это нравится. Это событие каждый год дает счастье, вспоминает, как мы помогаем людям, как эти дети нужны этот фонд. Все вместе научимся очень легко, просто, может быть, одной таблеткой лечить эту болезнь. Я, может быть, оптимистка, но я думаю, что вот так оно и будет.